Ребята, что ж, всем привет, с вами Ник Тайга. Да, давно не было видео, я за это дичайше извиняюсь. Сейчас я играю на своем сервере. Сервер называется Warzone. У нас поставлена своя карта, у нас один человек над ней очень долго работал. IP, ссылочка на сервак будет в описании, здесь очень много всяких прям, как вам сказать... Пушек. Ну давайте на военную базу тпхнемся. Я сейчас, погодите, включу год. Год. ТП. Военная база. Здесь, короче, дамажит радиация. То есть вы подохнете от радиации, она вас убьет здесь. Но если поискать зомби, который, кстати, а вот. Нашел. Выпадает много какого лута. Видите, да? То есть нужно постараться, чтобы найти этот противогаз. Здесь даже спавнится Тимбервульф, видите? ППШ. Здесь все есть. Все. В буквальном смысле все. Дальномер. Он еще зомби. Был бы зомби-гигант еще здесь. Дробовик. Даже этот, наверное, спавнится. Скар. Так, где-то справа. Даже аук. Если нет аук, дробовик. О, нормально. Ну, вот, в принципе, карта, прям я вообще дико доволен. Мне она нравится, ребят. Заходите, играйте. Извините, что был такой застой на канале. Так как я писал экзамены, я вряд ли чтобы смог выкладывать на канал. Мне это было не трудно, в принципе, брать и выкладывать, но я бы завалил все экзамены. А мне этого не надо, если так подумать. Так что, ребят, был... Да, реально, был застой на канале, да, я это понимаю, не отрицаю того, что я не снимал вообще видео, не выкладывал, но были на то причины, реально они были. Даже Элиспак спавнится здесь, прикиньте. Сейчас я буду выкладывать видео именно по этому серверу, я не буду снимать никакие другие сервера, я тупо буду пиарить сам же свой сервер. И... Да. Кто остался на канале, огромное спасибо. Кто подписался новый, тоже спасибо. Потому что я посмотрел, так у меня было подписчиков, наверное, 20 или 19. Я такой захожу на канал, у меня фигакс просто. Мало подписчиков, 17 подписчиков было. Ну ладно, выпустил видос вот, по обзорчику сервера Warzone с музыкой. Музыку позаимствовал у Rest3. У него в группе хорошая музыка, подборчик музыки. Так что вот его тоже, короче, группа будет в описании, и все, я молчу. Я записал видосик, и ко мне подписался еще один подписчик. Либо это тот же подписчик, который был, просто он типа отошел, потом вернулся. Ну, это странно вообще, если так подумать. Ну, короче, спасибо, что вернулся. Или новый подписался, я не знаю. Огромное спасибо. С вас я потребую только одного. Посмотреть видосик, если вам не жалко, жмякнуть кнопочкой на лайк, оставить свой комментарий, поставить уведомление на то, чтобы вы знали, когда приходит видео. А с вами был ваш любимый друг, брат, собрат, ну и ютубер Ник Тайга. До скорых встреч, всем удачи и пока.